Блаженном и блаженном Иове. Слово первое. Сегодня пришел к нам вселенский подвижник, ежегодно нас посещающий. Пришел к нам дивный и ангелом равночестный борец, потерпевший много ударов от дьявола и много раз засвидетельствованный от Бога, испытавший много зол от дьявола и восприявший много венцов от зрителей, ангелов, много бичуемый от врага и в качестве великого венценосца, явленный от Бога всей вселенной. Так именно сам Бог говорил ему в беседе. 43. «Ты хочешь ниспровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя?» Итак, кто может по достоинству восхвалить такого победителя? Кто осмелится сплести венки, достойные его доблести? Кто решится пуститься в беспредельное море похвал? В самом деле, как никто из разумных людей не отважится когда-нибудь вступить в пучину морскую человеческими ногами, так никто из мудрых и даже учителей никогда не будет пытаться по достоинству поведать перед слушателями похвалы этой благородной и блаженной душе. Его подвиги превышают всякую человеческую мудрость. Для его побед нигде не найдется достаточно венков. Необходим ангельский язык для того, чтобы краями, так сказать, пальцев, коснувшись этой сокровищницы мира, одним этим наполнить всю церковь. Ведь если мы только прикоснемся к этому сосуду, Иову, и немного его пошевелим, тотчас наполнится церковь благоуханием мира. Послушаем же, что повествует о нем история. И во всем приключившемся не согрешил его пред Господом устами своими. Вот свидетельство, возбуждающее похвалы ангелов, 1.22. Вот свидетельство, посрамляющее дьявола со всеми его покушениями. И во всем сим приключившимся ему ни в чем не погрешил. Это свидетельство Божие во всей церкви, как многоценное мира, радует слушателей. О, драгоценный сосуд, поставленный в одном месте Аравии и всю вселенную напитывающий благоухание мира! О, сосуд, поражаемый бесчисленными ударами, камнями и стрелами дьявола и не проливший мира! Много трудов употребил дьявол, чтобы сокрушить этот сосуд и уничтожить мира благочестия. Старался он зловонием ран заглушить благовоние мира. Тело его издавало смрад от гноя ран. Но сосуд остался израненным и не погубившим мира, чтобы мы могли с пользой для себя сказать ему «Мироизлияние, имя твое!» Песнь 1.2. Итак, нужно поставить самого борца обнаженным, как он боролся, чтобы, созерцая этот удивительный образ, мы удостоверились самым существом дел, что Бог, желая показать дьяволу, что у него есть на земле праведные люди, которых нельзя уже соблазнить лестью, подобно Адаму, но которые тысячами искушений и ударов увенчиваются, допустил быть этому зрелищу. Отступник, как бы говорит Бог, ты превозносишься, что обманув Адама и обольстив жену его, ты изгнал их из рая. Вот человек, живущий без повелений писанного закона, исполнивший сердцем неписанный, естественный закон. Употреби бесчисленное обольщение и ухищрение, бесчисленное искушение, если можешь, чтобы поколебать эту благороднейшую душу. Вот ты изгнал первых людей из рая. Смотри же, попробуй, если сможешь, согнать этого борца хотя бы с навозной кучи. Но если вам угодно, рассмотрим эту историю сначала. Был некоторый человек в стране Уц, имя же его Иов, и был человек этот истинен, непорочен, праведен, благочестив, удаляющийся от всякого зла. Таков был и Адам прежде, чем послушался жены. Потому-то этот муж и не поддается влиянию своей жены, чтобы не потерпеть того же, что случилось с тем. Тот облечен был нетлением по благости Творца, и за то, что послушался жены, сделался нагим и осужден. Этот был наг и не послушал совета жены своей, и за то, что не послушался ее, был увенчан ангелами. Тот за то, что послушался жены своей, не спал из рая сладости, навлек проклятие на землю и получил в удел смерть. Этот за то, что не послушался жены своей,
получил избавление от ударов и навозной кучи и унаследовал Царство Небесное. Тот, оправдываясь, говорил Богу: «Жена, которую ты дал мне, она мне дала, и я ел». Какое неизвинительное оправдание! Она сказала: «Ешь», а я сказал: «Не ешь». Почему же ты жены послушал, а Бога не послушал? Но не так поступил блаженный Иов. Как же? С укором отвечал он жене своей: «Ты как одна из безумных жен говоришь. Некоторый человек в стране Уз, имя ему Иов». Для чего названа здесь страна? Для тебя, чтобы ты знал, что даже общение с грешниками не могло заставить праведника согрешить. Так должна быть твердо и непоколебима в своих решениях воля благочестивых. Эта страна Аравия отличается темными и испорченными нравами ее жителей. Все они были беззаконными, враждовали против Бога, все непотребны, горды, подобно отцу своему Исаву, преданы были греху. Но такое море нечестия не могло потушить светильника благочестия. Такая страна злая не могла затмить красоту его чистоты. Тем больше побуждений имел дьявол напасть на такого праведника. Почему именно? Потому что он видел, что тот обогащается больше милостыней, чем деньгами. Послушай, что Иов сам говорит. «Не ложно, я был оком слепым, ногами хромым, и опять. Я о всяком немощном плакал, воздыхал о всяком муже, видев его в бедах». И не только на словах, но и делами он преизобиловал, всю сокровищницу добрых дел обращая на нуждающихся. В самом деле, что говорит он в другом месте? «Я не оставлял маломощного, чтобы он вышел из дверей моих с пустыми руками. Уста вдовицы благословляли меня. От стригущих агнцев моих одевались плечи их бедных». Очевидно, всеми средствами он обогащал свою сокровищницу. И словами, и делами, и милостыней, и заступничеством за нуждающихся. Но смотри, что делает дьявол. Прежде всего, он расхищает все его имущество, а затем лишает его детей. Взял сначала стада верблюдов, стада овец, великое число ослов, многочисленнейшее стадо быков. Лишил его всего и, наконец, детей. Почему так? Обрати все свое внимание на дальнейшее. Сначала взял у него все имущество, а потом детей. Взял все, что считалось наследством, а затем истребил и самих наследников, чтобы совершенно поразить его через детей. Он начал с истребления имения. Прежде всего начал расхищать наследство при жизни наследников, чтобы среди своих сыновей и дочерей острее почувствовал праведник печаль от утраты своего имущества. Соображал лукавый демон, что, утратив детей, он не придал бы уже никакой важности утрате имущества. Но действительный адамант и благородный борец, потерпевший много ударов и увенчанный за каждый из них, принявший много стрел и поразивший дьявола его собственными стрелами, вооружившийся оружиями правды, правой и левой, не утрудился, не заплакал, не поколебался, но ни гибелью имущества не был сломлен, ни с утратой детей не утратил благочестия, но оставался как башня непоколебимая, внизу основанная и коренящаяся в земле, и до самых небесных сводов неуклонно возвышающаяся. Пришел первый вестник и говорит Иову: «Вот, волы пахали, орали, и пришли пленители, и отроков всех побили мечом». Когда он еще сие говорил, вот приходит вестник и говорит к Иову: «Огонь пал с неба и попалил овец и пастухов». 914. Смотри, что делает дьявол. Когда увидел врага, что праведник благородно устоял после первого и второго удара и совершенно не поколебался этими его искушениями, поражаемый, но не раненый, он ухищряется сделать нечто иное. Он бросает огонь сверху, чтобы казалось, что огонь ниспослан с неба, и чтобы подумать, что Бог с неба воюет против него. Иов похулил Бога, столь несправедливо наказывающего его без всякого греха. Огонь, говорит, спал с неба и попалил овец и пастырей. Когда он говорил еще это, и приходит вестник и говорит к Иову: «Вот, напали конные против нас, разбившись на три лагеря, и окружили верблюдов, и пленили их, и отроков побили мечами».
И при всех этих известиях блаженный Иов остался несокрушимым, как столб, непоколебимым, как башня. Борец непобедимый. Устойчивый и твердый, он оказался скорее низлагающим, чем низлагаемым. Ведь если кто-нибудь трудится без пользы, много нападая, ничего не выигрывая, часто сражаясь и совсем не одерживая победу, тот скорее сам принимает удары посредством своих напрасных трудов. Когда он говорил еще это, приходит иной вестник. Постоянная война, но безуспешная для нападающего. Множество стрел, но светлее венцы. Не позволяет ему вздохнуть ни минуты, чтобы природное благочестие подвижника не вдохновило его каким-либо мудрым ободрением. Послал все стрелы и не победил борца. Уже колчан опустил, а злоба не была утолена. Да постыдятся беззаконные напрасно. Так и дьявол остался со стыдом и срамом, после того, как, сделавший много нападок, потерпел во всем поражение. Он истребил пастухов, быков, овец, верблюдов, сыновей, дочерей, дома. Поразил его через тело, через друзей, через домашних, через червей, через раны, через гной. Все истощил, а благочестие его не уничтожил. Стену подкопал, а сокровище не украл. Сколько орудий привел в движение мучитель вселенной, поражая и огнем, и мечом, и могилой, и пленом, и кровью. Все напряг, но борца сделал только более мужественным. Вот о чем взывал пророк, говоря: «Враг истощил все оружие». Псалом 9:6. К нему же можно было применить и эти слова: «Трудно тебе идти против рожна. Взял все имущество, богатство, имение. Но что еще последний вестник? Вот, когда сыновья твои и дочери твои были вместе», стих 18, «ели и пили вино в доме первородного брата своего, и вот большой ветер пришел от пустыни, охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». И чтобы тебе убедиться, возлюбленный, что не человек возвестил об этом Иову, но сам дьявол, принявший человеческий образ, рассмотри со всей тщательностью эти слова. Откуда узнал ты, скажи мне, что ветер пришел из пустыни и коснулся четырех углов дома? Будучи человеком, как мог ты видеть ветер? Какими глазами ты рассмотрел его? И как он коснулся четырех углов дома? Если ты, будучи человеком, находился внутри дома, тогда и ты должен был во всяком случае пострадать при падении дома. А если ты был вне, то как мог видеть то, что происходило внутри? Если же ты дух, покажи, кто ты, не скрывайся под видом человека. Когда сыновья твои, дочери твои ели и пили вино у старшего брата, смотри, как всякого разумения и мудрости был исполнен блаженный Иов, и как утверждал он дружбу детей. Он размыслил о том, что Каин и Авель были братья, были одни во всей вселенной, не имели никакого повода ко вражде, потому что вся земля предназначалась в общее владение им. И при всем том Каин позавидовал чести Авеля и, восстав, убил брата своего. В попечении о детях каждый день блаженный его приносил Богу жертву о грехах неведения, вставая утром и говоря 1.5, что «может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». Так делал Иов во все такие дни. А в ограждении от того, что могло произойти между ними в их взаимных отношениях, он каждый день устраивал для них совместные пиры, полагая в сердце своем, что если они имеют друг против друга какое-нибудь неудовольствие, то трапеза и общение хлеба восстановят их дружбу и изгонят приразившуюся злобу. И таким образом постоянная общая трапеза будет вернейшим средством для рассеяния всяких возникающих между ними неприятностей. Но ненавистник добра дьявол это самое и ухитряется обратить в пагубу для них ни в чем не повинных детей. В полдень, когда все они по обычаю были вместе, когда они наслаждались взаимным миром, тогда-то восстал он против них с непримиримою злобою. Они возгревали дружбу, а он изощрял меч. Они созидали любовь,
а он разрушает дом. И в одно мгновение дом сделался могилой. Стол — ямой несчастья. Овчья ограда — пучиной кораблекрушения. И все овцы — добычей зверя. Что же тогда тот доблестный? Он не был смущен, не пал духом. Как восхвалить его? Где найти достаточно слов для этого? Какой труд понадобится для рассказа о нем? Какая мужественная и блаженная душа! Какое великое терпение, не имеющее себе равного! Да, возлюбленная, моя душа смущена, мое сознание метется, хотя я вижу его увенчиваемым. Ну, конечно, я теперь даже при виде венценосца подавлен этим несчастьем в большей степени, чем он сам тогда под свежим впечатлением от гибели своих детей. Мое сердце разрывается. Думаю, что и вы испытываете те же самые чувства. Где мне взять сил, чтобы рассказать об этом несчастье и выразить те чувства удивления, какие наполняют мою душу? Плоские родители, когда у них больной ребенок лежит при последнем издыхании, сидят вокруг его ложа, ловят его последние слова, осыпают его ласками, развлекают несбыточными надеждами, целуют в уста, давая последнее родительское целование. Но вот он испустил дыхание, как повелел давший его. Тогда родители кладут его, складывают руки, закрывают ему глаза, выпрямляют голову, расправляют ноги, омывают, окружают соответствующими похоронными обрядами и всем этим облегчают свое горе. А что должен был испытать этот мужественный подвижник? Он пошел в дом, который сразу в одно и то же время оказался и домом, и гробом, местом пира и надгробием, где праздник сменился плачем. Он раскапывал, отыскивал члены детей, находил вино и кровь, хлеб и руку, глаз и прах. И он брал то руку, то ногу, то голову, вытаскивал вместе с землей, с обломками камня и дерева, то часть чрева, то какой-нибудь из внутренних органов вместе с прахом. Сидел этот подвижник, поднимающийся до неба, рассматривая растерзанные члены своих детей. Сидел он, прикладывая член к члену, руку к руке, приставляя голову к груди, колено к бедрам. Ведь это было не одно из обыкновенных несчастий, но катастрофа, превосходящая всякое слово, устроена дьявольской силой и злобой. Итак, сидел Иов этот в полном смысле слова несокрушимый адамант, этот блаженный, разбирает члены своих детей, чтобы как-нибудь женских членов не смешать с мужскими и формы юноши не соединить с девическими членами. О, благородная душа, вознесшаяся выше ангельских похвал! Почему? Потому что во всем приключившемся не согрешил Иов пред Господом, но за все это вместо жертвы принес Богу полную благодарность в таких словах: «Да будет имя Господне благословенно, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».